раз сказал Евтушенко о том, что вы здесь лукавите и говорите неправду. О том, что если у ЖЭКов накапливаются долги перед заработной платой, всегда на взаимовыручку приходит департамент ЖКХ, который выделяет деньги и людям платят заработную плату. Депутат. А теперь скажите, пожалуйста, знаете ли вы о тех фактах, которые сегодня существуют в ЖЭКах, там, где заработная плата у директора превышает более 10 тысяч гривен? И как вы, как профсоюз, с этим боретесь? Когда сегодня не хватает дворников, в том числе и по пивню, там, где сегодня 4-5 человек просто трудоустроены, получают заработную плату. И кроме того, как нагоняют, они больше ничего не делают. Скажите теперь еще один момент. Как вы защищаете сегодня, являясь главой профсоюзного комитета, защищаете наше предприятие Николая Блинь? Скажите, пожалуйста, когда вы сами знаете о том, что больше 20 миллионов получило предприятие, которое было только зарегистрировано 8 месяцев назад? Больше 20 миллионов. А Николай Блинь, ну, досталось